В музее истории православия продолжает действовать выставка, посвященная Мироносецкому монастырю. На протяжении веков Мироносецкий монастырь является главной святыней Марийской земли. Его история включает богатейший пласт событий. Явление чудотворного образа Пресвятой Богородицы со святыми женами-мироносицами. Расцвет иночества. Развитие просветительской деятельности. Закрытие и запустение обители. Ее последующее восстановление и возрождение. Значительную часть выставки составляют подлинные экспонаты из собраний Мироносецкого монастыря, в том числе уникальные предметы дореволюционного периода.